Друзья мои, срочный выпуск информационного видосямба. Короче, информирую вас о том, что имеются две новости, по традиции дерьмовая и хорошая. Начну, конечно же, с дерьмовой, ибо ролики надо заканчивать на позитиве. Так вот, спасибо корпорации Microsoft за то, что вы сделали отличную операционную систему, которая, сука, так хотела обновиться у меня, что загнала компьютер в петлю перезагрузок, из которой выйти можно было бы только полной переустановкой вашего творения. При всем при этом у меня лицензия. И знаете что? Да я вас на досе вертел. Вот всех поголовно. Вот нахрена вы, ублюдство, это сделали? Зачем ввели сраные обязательные обновления, которые убивают систему, чтобы компенсировать ее тормоза через определенное время? Я поковырялся в поисках решения проблемы в интернете. Вы представляете, системные администраторы с приличным таким багажом знаний за спиной ищут решение, как отрубить ваше автоматическое засирание системы. Я всегда относился хорошо к мелкомягким, но это уже перебор. Не пишите только про семерку, у меня половина софта уже и на 8.1-то не пашет. Так что решение проблемы — это поиски специальной, уже обновленной сборки, которая вшита в билд. Что я, собственно, и сделал. Ночка у меня была та еще. 3 раза за ночь я ловил ваши апдейты, и моя система визжала от них как сучка, пока я не нашел билд, сделанный ни хрена не вами. Между прочим, ни хрена не вами. Думаете, я после этого куплю вашу новую систему? Думайте дальше. Короче, ребят, видать, майки выкатили совсем недавно какой-то апдейт, и он не может поставиться именно на мою систему. Отсюда и проблемы с бутлупом. Если у вас на рабочем столе появился какой-нибудь значок винды с надписью «Помощник обновления» или Windows Update Assist, выбрасывайте комп в окно или молитесь, чтобы апдейты накатились. Мне вот не повезло. И самое печальное, что отвалился софт, включая софт для стримов. Но, мать его, я успею все восстановить к следующей трансляции, прям как джедаи всегда успевали надрать жопы ситхам. Из-за сложившейся ситуации прохождение по играм Stationeers, Castle Story, Planet Coaster и, конечно же, Rise of Industry закрываются. Буду перезапускать через какое-то время. SimCity и Эко выжили. Ну, а золотую лихорадку я быстро наверстаю. Возможно, это и к лучшему. Будет мне уроком, чтобы не начинал миллиард проектов. В любом случае, я восстановился, перекрестился и продолжаю. Ну а теперь о хорошем. Сегодня в 5 вечера я порадую вас лучшей стратегией, по моему скромному мнению, 2018 года. И это не Frostpunk. Но меня так вштырило, прям не могу. Ну, а если вы смотрите этот ролик уже после событий, будьте в курсе, почему не продолжаются прохождения. Спасибо за то, что выслушали мой крик души. Желаю вам приятного просмотра нового проекта, за который Илюхе нужно ставить памятник, ибо он, гребаный волшебник, намного круче, чем Гарри Поттер. Добыть это было очень сложно. Просто, чтобы вы понимали. В общем, и да пребудет с вами сила запрета автообновлений Windows 10. Покусички.